Всем привет! Здравствуйте! Прокатимся на Мерседесе на 126-м. Помыли вот этот салон. Покажи, Мишенька, по кругу. Немножко почистим потолок. Быстро не води. Ну, сейчас вот первый такой, ну, не дальничок на 50 километров. В один конец. Не, на 60, 30, да? 30. Сейчас вот у нас 18 наезжено. 30. 20 литров газа залито. Посмотрим, насколько хватит газа. Ну, и так заснимем небольшие покатушки. Снимай, снимай. Зачем? Еще обороты большеваты, он не прогрелся. Сверчок тут у меня есть. Моторчик на печке. Ты давай это засекай. А он посеченный. Ну это надо общий пробег проверить. Насколько этой двадцатки хватит. Ловко подстукивает, конечно. Делать. Какой дороги ты видишь? Там нахуй у него сзади мортёры. Thank you.
бензине прокатиться. Бензине-то чувствуется, да?
старенькая Волга, на ней намного марта. Это что у вас, часовня? Немножко подкрутим. Блин, чувствительность надо поджать. Клапан не закрывает на второй ступени. И он богатит. Сейчас заведу снимать. Так, катушка что у нас? Холодненькая, нормально все. Не подойди по сторонке. Во, а сейчас обороты понизит. Сейчас горючки хватать не будет. Ну, иди сюда подальше. Все, потух. Вот, постоял собака, клапан прижал. И мало ему стало оборотов. Надо еще регулировать. Ладно, выключай пока. Еще одна деревня.
я так не смог бы ездить. Смеситель, он работает, в принципе. Там бы потом карп переделает. Только после маленько попозже. После Запорожца. То уже так и страдался там. Плита пришла уже давно. Мы никак не можем все поставить мотор. Две недели я мозги парю. Опять на бензине придется заводить. Че там нафиг, вот когда, блядь, прокатишься. Это редуктор городит. А может все-таки этот смеситель, он не сосет газ толком. А может бензин? Да нет, бензин-то есть. А газ? Да вон и газ, Машечка, есть. Вот на бензине он заводится. Переливает газом. Ну видите, его залило. Ну-ка, сейчас бензин кончится. Выработайте, видно вон это? Снимает? Ты не напротив солнца? Так и нет. Сейчас бензин выработаем. Значит, я уже выключил. И на газ снова попробуем. Ну, это, говорю, редуктор горует сейчас, он должен нормально заработать. Так, конечно, хреново.
после трассы вот так он будет. Газу заработал. Ну и обороты нормально стали. Папа, тут и закрыто. Маш, не лезь к дверке. Ну все, поехали дальше. Ну, когда бензин еще есть, маленький карбюратор, он хорошо рвет. Не хватает ему на движение. После 3000 начинает хорошо работать. Еще тем более этот поджат на редукторе. Как он? Не винт жадность. Винт жадность там на всю. Винт чувствительности. И он вообще плохо реагирует. А винт чувствительности открываешь больше, он плохо работает. Как ты снимем ценник наш? Металл 5,50, 5. 5 рублей. Чермет дали, да? Да нет, это так. Рейд-топ. Погугли, видишь, вагоны? Блин, сколько я их повыгружал, этих вагонов. Кошмар. И угля сколько перебортовал. Особенно закрывать мне нравится. Их колотушки бить. Так, ну все, кончился у нас газ, вот он еще и плохо что едет. Короче, сейчас поедем на газовую, заправимся. Проехали мы вот 82 километра, ну можно полтинник накинуть, грубо говоря, 130 километров на 20 литрах. Это большой расход со всеми регулировками. Но сейчас я еще раз заправлю 20 литров, уже буду ездить, в принципе он сейчас отрегулированный. И еще раз замеряю. В принципе, пока расход получается больше 15, ну там, кто посчитает. Вообще, как бы по километражу прошел вот 82 километра, но я много регулировал, там настраивал, тудым-сюдым, как бы это, пока, можно сказать, не в счет. Все, сейчас поедем на заправку, на газовую заедем. Сядь. Ну, вторая заправка газом. 20 литров сожгли, сейчас будем еще. Не доехали, мы пришлось на бензин переключать. Ну все, пойдем сейчас заправимся с двадцаточку. Не работает датчик этот, блин. Нифига. Вон, литры пошли. Заправляем. Сейчас двадцаточку зальем и еще раз засечем. Чё, почём у нас?
нижние. Там верхний что-то вес. Так, все нормально тут у нас. Одной рукой не отцеплю. Ладно, выключаю пока. Посмотрим на ходу, насколько хватит бензина. Вот сейчас я переключился. Прокатились мы, такие вот покатушки получились небольшие. В машине жара, кстати, вот забыл сказать. Машуню он покажи, она вот жарила, да, Маш? Шапку одел. Ладно, все, всем спасибо за просмотр. Ждите, видео будет про Запорожец. На меня снимает, на меня снимает. Ждите видео про Запорожец. Скоро будет, будем ставить жигулевский двигатель. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока, ну и до новых встреч. И удачи, но самое главное, на дорогах, на скользких.